Главное, старайся, чтобы тебя в Комсомольск направили. Туда специалиста беру. Кому я там нужна? Вот, Манька, вот за это я тебя буквально ненавижу. Не люблю. Ну иди, а то еще опоздаешь. Чего? В самый раз. Чеканов будешь? Чеканов, а что? А я тебя дожидаю. Ну, а что такое? На станцию, короче. На станцию. Комсомольск. Комсомольск. Хорошее дело. Я думаю. Зашить, а вы говорите так достать. Да. Это приберу сам. Ну-с, товарищ Чеканов, начали вы хорошо. Помните. Мы должны знать, и мы будем знать о каждом вашем мероприятии. Не торопитесь действовать. Будьте осторожны в связях. Да, не пейте вина. Пьяные говорят во сне. Помните? Ну вот, отправляйтесь. Ну, до свидания. С Богом. Хватит, хватит тут спать. Вот тут уж я наверняка не проиграю. А то в Комсомольске не больно выглядит. Что это? А тигры вы что? Ну? Страшный шум. Он с вечера заливают. Нет, правда, Степан, времени не хватает, да? Вот мой Володька мне пишет, много работы сейчас. Ну, раз твой Володька пишет, значит, так она и есть. Ну, я пошел. Нет, ладно, ладно, я рассказывать, а вы меня выиграли. Нет, мы не будем. Ну, до завтра, спокойно. Интересная встреча. А какой замечательный старик, а? Очень хороший. Я думаю. Вот Володька про него пишет. Вот уже надо, это надо прекратить. Серьезно. Нет, вы Володьку оттуда.
Нет, на самом деле, ребят, шести сутки подряд. Ты волочь, ты волочь, ты волочь. Ну, кто следующий? Ходи! Позволь-ка я. Да. Партнер. Да. Откуда будешь ты? Я-то? Из-за Байкая. А ну-ка, по-забайкальски. А может, как-нибудь по-калужски. Готовили вам встречу. Мы не можем еще сказать, что приготовили вам настоящие дома, достойные города. Но вместе с вами, лучшими представителями ленинского комсомола, мы нанесем на карту мира город, где будут дворцы-заводы и дворцы-дома. Да здравствует ленинский комсомол! Как же я с тобой поступлю? Наташа, если не ошибаюсь. Наташа, а вы откуда знаете? Ну, слыхал, слыхал. Что, со мной поступать никак не надо. Мне бы только мужа разыскать. А кто твой муж? Соловьев Владимир, электротехник. Ага. Что, знаете такого, да? Ну, как же, знаю, знаю. Ну, что ж, пойдем найдем твоего мужа. Соловьев. Он у нас сейчас в прачечной бригаде работает. В прачечной? Да. Почему же в прачечной? А что ж тут такого? Мы все здесь иногда самые удивительные работы исполняем. Нас еще маловато, работы многовато. Понятно? Осторожнее. Понятно. Ну что ж, напилась? Угу. Ну пойдем дальше, а то мне некогда. Идем по проспекту Ленина. Но асфальта еще нет. А вот зато цветы есть. И рвать можно, не возбраняется. Держите. Спасибо. Пожалуйста. Так. Ближе бы пойти по улице Максим Горький, но там сейчас нельзя. А что? Там торчуют. Но мы пойдем по набережной. Кстати, увидите нашу вещь. Когда увижу? Год через три, наверное. Года через три? Нет. Много раньше. Между прочим, мы были в Гамбурге? Нет. Мне тоже не было, это не важно. Так вот, наша вещь будет во много раз лучше и больше, чем в Гамбурге. Понятно? Понятно. А вот и набережная будет лучше. Ну, представьте себе, на месте, где вы сейчас стоите, здесь будет разбит фонтан. Детишки будут играть, оркестр, люди гуляют. Хорошо. Все хорошо. Ну, в общем, вот все хорошо. Ну, это еще не хорошо. Пошли. Да, хорошо. Но это еще не хорошо. Вот будет хорошо. Да что будет, это видно. Вот это так. Ну, сейчас, если все тебе здесь так нравится, могу и сейчас сказать кое-что поинтереснее. Только для этого нужно пройти километра 2-3. Как у тебя с каблуками? Жалко, у меня ничего. А что же? Ну, некогда сейчас. Ах, да-да, совсем забыл. Так Соловьев говоришь? Да. А вот он здесь и живет. Где? А вот видите, третья. Ага. Подержите минуточку. Пожалуйста. Да? Спасибо. До свидания. До свидания.
вечером после собрания чай приду пить. Угостить, так сказать, по-семейному. Приходите обязательно, будем ждать. Обязательно приду. Здорово, Андрей. Здравствуй, Вась. Как встреча? Ничего, хорошо прошло. Да? Соловьева жена приедет. Ну да. Да. Что ты говоришь? Ну так я бегу. Вот как раз не надо. Где я там живу? Ну мало что живет. Сегодня у меня переночевка. Да, да, да. А как Женька? Чего, симпатичная девушка. Наташа зовут. Наташа. Угу. Приличное имя. Она? Она самая. Ой, торопится-то как, милка моя. Ну, а как словил? Да вложит помаленьку, но теперь, надо полагать, придет норма. Надо полагать. Так. А, Наталья. Не ждал, да? Ой, какой! Смотрите, гвоздь! Гвоздь-то забит, ой, надо! Гвоздь! Ой, косу обрезал! Ну зачем же это? А я ее обрезал. Я думаю, в тайгу и коса. Я ее... Да, мы за это время тайгу-то и выдергали. Ну как же ты приехала, Наталья, а? На Колумбе. На Колумбе. Чуть все раскидно как. Да, нескладно живем. Смотрите, пень. Да неужели он так и был тут? Пень. Красиво. Ну что ты, правда, садись. Ах, Наталья, Наталья. А тебе идет стрижка, знаешь? Безусловно, идет. Да. Вдвоем живете, да? Вдвоем. Наташа, голубка моя, вставай. Собирайся скорее. Куда? Собирайся, Наташа. Наташа, я здесь... Мы не можем здесь оставаться. Я не могу здесь больше жить, понимаешь? Не могу. Понимаю. Ну, хорошо, собирайся. Что, это дождь идет, что ли? Да, дождь. Ничего не понимаю. Ой, Наталья, не смотри так на меня. Вот ты не понимаешь. Но я прав, здесь жить нельзя, Наташа, нельзя. Ну, собирайся скорее. Я же ехала к тебе 15 суток. Знаю, знаю. Да ничего ты не знаешь. Я же ехала 15 суток к тебе. Я монтёр седьмого... Да я инженер почти, я хочу настоящей работы, человеческой жизни. Тише. Тише ты. Ты мне еще расскажи про перспективы, про то, что все это можно преодолеть. Да все же это разговоры первого дня. Она приехала сюда жить. Тебе нравится шалаш? Поживи в нем зимой. Пень тебе это понравился, ты попробуй выдрать его из земли. Я не хочу больше рыться в земле. И не желаю больше гнить под дождем и в болотах. Да мне надоело валяться вот на этой поганой конь. Какой ужас! Да, ужас! Именно ужас! Иди воды, сумасшедший! Посмотри, на кого ты похож! А, не делай из меня больного! Так думают все! Врешь! Врешь! Не смей так говорить о комсомоле! К
Комсомол — это люди, милая моя! Да, только не такие, как ты! Вот такие, как я, руками в ним выдирали, теперь баста! Довольно, довольно, я молчу! Нет, довольно, я слышала тебя, довольно! На черта мне такая твоя любовь! Вот я любила тебя, так любила! Поехала к тебе эти 15 дней, и там дома, ну, погоди, начали, ну, теперь уж ты, погоди! Ты же обманула всех. Как мы думали о тебе? Какие письма тебе писали? Лучше бы ты 3 раза изменил мне. Лучше бы ты сдох здесь. Ну, что ты говоришь, Наташа? Куда ты, Наташа? Ой, слушай, не ходи за мной. Не надо. Не люблю я тебя, понятно? Прости. Живи, ребята, живи! Ай, как ты торопишься! От тебя ведь ты торопишься! Ладно! Остатней стоит! Погостили, значит? Ага, погостили. Пускай теперь другие погостят, да? О других не беспокойся. Дай себе побеспокойся лучше. Ну не жми, не жми. Побеспокоились уже, вот. Вот это ответил. Не кричу, товарищ Сазан, успокойся. Что ты как птенчик дергаешься? Не могу я на них смотреть. А ты не смотри. Не могу не смотреть, понимаешь? Ну, в общем, не смеши народ. Володя! Друг, и ты с нами! Соловьев, ребята! Володь, ты что за дело? Ну что, молчишь? Скажи ему. Ведь муж уезжает. Скажи ему, останься, Володя, не позорь себя. Ну скажи же, скажи. Эх, девонька. Что? А станцию кто будет монтировать, Володя? Ведь станция, вон она. Не слушай его, Володя, уговори! Ну давай, Володя, давай! Ну, а в чем дело? Ну давай скорее! В чем дело, товарищи? Дайте сесть человеку! Ну давай, ну, да, Володя, ну пусть, ну давай, Володя! Заткнись! Дурья голова! Прощай, комсомольцы! Знал, что не уедешь. Сволочь ты, сволочь! Дорогой ты мой друг. Скажи посольству, Володь. Напугать хотел? Тебя напугаешь. Напугал. Все-таки остался, Володь. Остался. Только не из-за тебя. Наш с тобой конченый разговор. Успокойся, Наташа, это бывает. Здравствуйте, девушка. Здравствуй, не вижу кто. У меня записка от товарища Сазонова. К Моте Котенковой. Котенковой! Песенковый, представь. Котенка, ставь чемодан. Тихо, грохочи. Проходи-ка сюда. Давай записку. Садись. Ну, здравствуй еще раз. Я Мотя Котенкова. А Наталья Ермакова. Очень приятно. Одна приехала? Одна из Ленинграда. А? Что делал, думаешь? Работать буду. Корчевать. Ну да что ж, надо корчевать. Ну да. Только на корчевке трудно, которые послабеют. Вот нелегко дается.
все, как-нибудь справимся. Ну да. А то ведь можно на кухню. Можно и на кухню. Ты со мной не хитри, я тебя насквозь вижу. И вижу, что не хочешь идти на кухню, так? Ты ведь сама шумишь. Ничего. Ладно, устроим тебя на Карачевку в прорабство к Ване Субботину. Ты Ваню-то знаешь? Нет, не знаю я его. Ну, которого портрет в «Правде» печатали, и сам Горьковский. Не знаю я. Вот очень культурный человек. Ой, как-то у него все получается. Уже на рапак готовится. У меня почему-то так не выходит. Культуры, вероятно, мало. А ты алгебру знаешь? Не знаешь. Но... А ну-ка, разберись. Это что ли? Да. Ой, верно. Постой-ка. Вот этот вот. Это совсем пустяк. Я тебе все эти могу рассказать. Ой, ты вот что. Ты ляжешь со мной, понятно? Угу. И вот моя койка. Угу. Только я крупноватая. Тебе тесно будет со мной. Он класс дал, нас худощавый. Да ничего, мать, мы тут великолепно с тобой поместимся. А здесь все так. Я уже сейчас. А давай-ка примеримся, понятно? Ты не к стенке. Не шепчите. Все равно разбудили. Ох, весь курятник проснулся. Ну то ознакомьтесь. Познакомились уж. А вы там шептались, мы все здесь слушали. Из Ленинграда приехал, да Карчевку хочет. Про Ваню Субботина слышали. А что здесь смешного? Ой, мои газеты, горе. Вот человек с дороги, а ты разговорами кормишь. Ставь чай на стол. Верно, сейчас чайку хорошо. Ну что ж, давай чай пить. С чем его пить? Найдется с чем. Печенье любите? Лишний вопрос. Ой, слушай, а кисленькую ничего не привезла? Есть и кисленькие. Черт. Барбарис подойдет. Женя, Женя. А уж прод-то, наверное, нет. Какая прелесть. Слушай, да у тебя целый ресторан. А как же без этого? Слива. Вот тебе и слива. Спят. По мне бы ты хоть совсем не просыпалась. Клавку позови. Ты куда это собралась? Чтоб голова развалилась. Пойду пройдусь, что ли? Клавдя, Клавдя! Смотри, совсем голову не потеряй. Это куда же она? Ходит тут один. Доценка называется. Все равно ни к чему это. И верно, что-то ходит, ходит. Да, а потом от этого дети бывают. Я же не от этого начинаешь. Страшно не люблю, честное слово. Хорошо из такого, ведь правда? Здесь тоже как раз хорошо. Хорошо. Хорошо, когда семья. Правильно. А вот у одной родился так. Ну ладно. И помер. Вот именно что. Ну уж не знаю. Родился бы у меня, тут не помер бы. Какая ты легкая. А ты вот роди, попробуй. И попробую. Да ты мужем-то обзаведись сперва. А то дай пробуй. И муж себе найду. Не беспокойтесь. Ох, как. Что это с тобой, а? Ты что? Ну, вот это уж ни к чему. У нас из-за парня реветь не полагается. Я не из-за парня. А вот из-за парня. А. Ты сам видишь, что из-за парня. Это не годится. У нас в комсомольске парня 3 до 5 наберется. А
девушек 16 человек. Что если мы из-за них реветь-то будем, а? Да у нас времени не хватит реветь-то. Ну-ка ешь ты ее, слушай, она тебе верно говорит. А вот было бы нас побольше, то они за нас наревели. Да, стой. И всех ребят вон из Комсомольска повыгоняли. Мам, ты себе бутфенку поставила? Стой, а ты Ваню Субботину? Нет, смеха моей горе немало. Да, не больно к нам девушки-то едут. Ничего, приедут еще. Да вот чего-то не едут. Позвать как следует, так и приедут. Как-то как следует? Письмо такое написать. В общем, от женщин Комсомольска. Что непременно тогда приедут. Это мы уж собирались письмо писать. Вот именно, только что собирались. Чего там собираться-то? Взять да написать. Пиши. Завтра сядем и напишем. Ты завтра с корчонки до дому-то доберись. Свалишься без задних ног, спать будешь. Ах ты, женщина Комсомольска. Пошли-ка, девочки, спать. И правда, девоньки, давайте спать. Дело завяло. Ну, бросай курить. Ну, покажи, покажи. Давай, подводи. Давай, подводи. Во-во. Давай и подводи. Вчерашний паренек. Володя, что ли? Соловьев. Вот-вот. Сегодня на котлован вышел. Ах, вот.
Вот как. Хотим поставить на тест бригадира. Мало? То есть как мало? Тогда прорабом, что ли? Вот это дело. Здорово. Вася, поехали, брат, дальше. Ну, давай, давай. Ну что, друг, запарился? Давай, давай, накладывай. Привели. О, вон ты какой. Да, брат, такой. Ну-ну. Следующий давай. На кого это ты обиделся, Володя? А что такое? А то, что бригаду всю загнал. А-а-а. Я извиняюсь, товарищ. Следующий. Кончай работу. Это что такое? Иди, иди, чего ты? Ты брат. Чужих девушек не полагается. Очень интересно. На котлован отгляжу. Да, котлован большой. Только снимать тебя с котлована. Пожалуйста. Снимай. На монтаж станции ставят. Бригадир? Нет, не бригадир. Вот, Андрюш. Здорово. Прорабом будешь. Ну? Да. Устраивай. Володя! Здорово. А я, признаться, подумал вчера, что на пристани так. Ну да, соврал. Ага. В общем, пошутил. Но брат такими вещами не шутит. Так. Теперь дам пить. Но. Да. Черемша, на черемша. Жалко тайгу-то, папаша. Зачем жалко? Тайга много. Верно. Сюда пойдешь, края нет. Туда пойдешь, края нет. Ха-ха. Объяснил. Что же выходит из твоей тайги-то? Не выбраться? А кто тайгу знает, можно выйти. Ну вот примерно ты и я. Выведешь меня из тайги? Можно. Прямо Бочкаров, Хабаровску можно выйти. Хабаров? Да. Ты этот разговор брось. Да-да, тебе говорю, брось здесь агитацию разводить. Забирай товар, доступай. Ну? Что ты сделал? Зачем гонишь? Ох, извиняюсь, Петр Мартыныч. С вами-то я и не посоветовался. А посоветоваться бы не мешало. Здравствуйте, товарищ Кин. Здравствуйте, сынок. Как твоя фамилия, товарищ? Чеканов. Чеканов? Так вот что, товарищ Чеканов. Много вы на себя берете. Мы этого отца давно знаем. А черемша его большую пользу приносит. Вот. Цинги. Вот именно, цинги. Садись, торгуй, отец. Да. А агитации, между прочим, я никакой не слышал. Не слышал агитации. А вот другой кое-что слышал. Ну-ка ешь. Да я что-то не ем. Чего не ем? Прекрасная вещь. Хорошая? Ну, конечно. Там теперь попробую. Ну как? А ничего, я... На Дальнем Востоке, на реке Амуре, строится город Комсомольск. Это славное имя дано городу недаром. Его строят лучшие сыны ленинского комсомола. Но среди тысяч строителей, нас, девушек, в нем всего только 17 человек. И это очень мало. Вы знаете, товарищи, какое значение имеют женщины в нашей стране. В нашем городе, в городе юности, женщины должны занять особенно почетное место. – А нас здесь всего только 17 человек. Хорошо, начинай. Как надо, так и начинает, понятно? Вот. Добро сама знает. Так я к чему говорю? Что напиши, что мы сделали, что намереваемся делать. Это можно. Понятно? Это можно. Пишу уже.
Про котлован-то пишешь, а про тайгу и забыл. Ты про тайгу пишешь? Да, про озеро, про цветы. Слушай, брось ты. Чего? Про голубиц пиши, как вкусно. Тихо ты, не перебивай. Чего? Писать про все надо. Правильно. Конечно. Нет у меня, нет. Чего ты машешь? Ну, чего ты машешь? Иди сюда. Некогда, видишь, некогда. Ах, какие вы заняты, а? А мне вот тоже некогда. Давай, выходи. Сказал, не могу, значит, не могу. А чем это вы там заняты, разрешите узнать, а? Не твоего ума дело. Ах, какая ты гордая, а? А уж ты, видать, не больно гордый. Как? А вот так. Гонит тебя, как кота с кухни, а ты лезешь. Вот возьмем тебя за руки, да за ангер, скачаем и бросим в Амур. А ты плавай там. Очень просто. А что? Там, смотри. Не пойдешь? Сказано, не пойдешь. Клавдия, будь ты человеком. Мотя, Клава. В общем, заканчиваю я так. И вот на эту особенно счастливую, на эту прекрасную жизнь зовем мы вас, дорогие девушки и женщины нашей страны. Следует 17 подписей. О, как в газете. Ну да. В газете и будет. В нашем городе строятся заводы, равных которым нет в мире. Ну что ж, товарищи, это верно. Хорошо. Это верно. Ходи, Наташа. Да, читай, интересно. Ну, здесь можно еще кое-что прибавить. В общих чертах отражает. А почему же в общих? Нет, тут видны перспективы. Дорогие девушки. Вот здесь по центральной... Давай. Да, но ниша ведь предполагает материальную часть. Слушай, твое понятно. Да. Дорогие девушки, ну. Дорогие девушки, партия строит город Комсомольск для нас. Строя этот город, она думает о том, чтобы в нем было весело и хорошо жить нам и нашим будущим детям. Хорошо. Красиво написано. Детей в Комсомольске пока еще нет. Пока. Но прекрасно оборудованные ясли уже ждут их появления. Ясли? Да, детей в Комсомольске пока еще нет, это верно. Ну и ясли тоже нет. Ну и ясли тоже нет. Вот. Зацепили тебя. Что это? В глухой тайге мы разбили парк культуры и отдыха. Когда разбили? Ну, давай дальше. Слушай, который спускается прямо к реке Амур. Так указывает, прямо к реке Амур. Прямо к реке. Самой красивой, самой огромной реке. Ну, про Амур-то это верно. Разве что про Амур. Ну, а на берегу высится ажурное здание водной станции. Вот это перехватили. Все, построили. А, уже строить нечего, смотрите. Ну, выходит там. Да. Сначала шло все хорошо. А вот к концу тут... Фантазия разыгралась. Брат, у нас это проще называть. Да что уж там фантазия. Кто это писал, а? Да, интересно, кто писал? Погоди, Наташа. Вон он. Вот и автор. Ну, здравствуй. Здравствуйте, Иван Никитич. Присаживайтесь. Чаю с лимоном? Спасибо, не хочу. Ну, товарищ автор? Да я не автор, на 17 писала. Ах, вот как. Садись, Наташа. Как же это так вышло, а? Вот ты тут пишешь, водную станцию построили, а ее и вовсе не докладывали. Вот ведь положение. Да. А? Ну что ж получается, Наташа? Прочтут ваше письмо, приедут люди. Посмотрят. А тут и нет ничего. И уедут. Еще посмеются над нами. Вот, мол, наврали. Нескладно получается, Наташа, нескладно. Нескладно. Кто приехал, не уедет обратно. А которые уедут, туда им и дорога. Постой, что ты так быстро решаешь? Ну вот, допустим, я ехала. Вы думаете, я представляла такой Комсомольск? Вот уж нисколько. А приехала... Что, плохо? Ну, тут недоразумение получилось. В общем, с мужем не поладили. Ну ладно. Ах, вот что. Уж как я приехала, лучше не вспоминать. А все-таки осталось, да? А почему? Да, действительно, почему? Почему? Да, в общем, вы сами знаете, почему. Резонный ответ, а? Правильно. А что касается письма, то знаете, почему мы такое письмо написали? Ну-ка. Потому что мы думали так, что то, что написали в письме, то и будет сделано. А то как можно 3 года и без водной станции, и без парка культуры, и много прочего. А вам нужно с вышки прыгать? А как же? По парку гулять с моряками, да? Ну что ж, Степан Никитич, придется и водную станцию построить, а? Но своими средствами. Да.
Ну? Вот я говорю, Степан Никитич, без водной станции нельзя никак. Нельзя ли повременить, а? Не скупись, не скупись, Степан Никитич. Водные станции вещь необходимая. Да и автора подводишь. Да я не автор. И 17 писал. Тем более, тем более. Ну что ж, денег у меня в этом квартале нет. Ну а строим материал дать можно. Вот и прекрасно. Неужели сами не справимся, Андрюш? Погоди, погоди, Наташа. Денег нам, конечно, не надо, Степан Никитич. А 1020 дать придется. Уморила. Да за такие деньги я и сам построю. Где ж, товарищ комсомол, твоя общественность? Ну вот что, 5000 вырву и кончен разговор. Вот и спасибо, Степан Никитич. Погоди, Ермакова! Не сговорились. Да, да. Так, ну что ж, товарищ Наташ, письмо вы написали неплохое. Прям будем говорить, хорошее письмо. Только врать не надо. О, вот это замечание надо учесть. Письмо и без этого свое дело отлично сделает, а? Товарищ секретарь, отправлять печать. Есть. До свидания, Степан Никитич. Поди все корчуешь. Угу. Не женское это дело. Правильно. Пора бросать, ты же дозируешься. Вы знаете, я и сама так думаю, Степан Никитич. Ну вот, действуй. Сейчас посторонним вход строго воспрещен. Как? Вот так вот. Кто это посторонний, так? Погоди, Наташа. Тот, кто на станции работать не пожелал, тот и посторонний. Вот. Ты с кем это разговариваешь, сопля, а? Встань смирно. Сейчас. Молчать. Приехали здесь лак наводить, да? Водную станцию строите, да? А вы скитинг-крин постройте или польский костел, чертова перечница? А ты землю зубами грызь, деревья ручками выдергивал, я-то бледная немощь одним пальцем перешибу. А ты рискни, рискни. Ну, а дальше что будет? А то, что уйду я отсюда и ребят с собой уведу. Вот тогда попляшьте. Опять шумишь, Ваня. Только сила в тебя, а вся голосом выходит. Скажи, я работаю? Ну, работаешь. Норму выполняю? Допустим. Да не допустим, а выполняю. А станцию строить не заставите. И не заставляем. А пользоваться не запретите. И не запрещаем. А? Наоборот, ведь ты ж у нас первый пловец. Да уж не то, что некоторые-то. Да уж где им за тобой угнаться? А ну-ка давай, походи. Так вот, пусть не задевают. Пошли, друзья. Давай, давай, давай. Давай, проходи. Давай. Давай. Ну как? Да, ну, так каждый. А. Вот это. Вот это. Я не наблюдаю, всех наших парней пускают. Ну да. А на дальность можешь? Нет, на дальность не могу. А вот давай попробуем со мной на дальность. С тобой! Да рано смеешься! Ну пойдем поплаваем. Покажи к Наталье ему. Вот я уверен, что Наталья возьмет. Ну, хорошо. Ай да жена. Не боишься ты нее?
Море переплывет. Что это со мной? Голова кружится, в ушах звон. Никогда этого раньше со мной не бывало. Что, схлопотал? Как тебе в голову пришло, дурак? А что тут такого? Подумаешь. И что ты, собственно, из себя представляешь, а? Подумаешь, богиня какая? Мужа-то бросила недаром, погулять захотелось, да? Ой, слушай, не ори. Из тебя ушам. Ну, допустим, захотелось погулять. А ты-то тут при чем? Насколько я понимаю, ты жениться собираешься. Это ты про Клавку, что ли? Так я же ее завтра брошу. Ах, вот как. Ну, тогда, конечно. О! Стой, не торопись. Да ну что так? Ты мне брось это. Ладно, не испугайся. Ну что, догнал, да? Наташа! Садись. Он тебе ничего не сделал, нет? Нет. Эй, ты, Бутенко! Садись и ты, ладно? Давай, давай, не порть здесь атмосферу. А, отваливай давай. Иди, садись. Вот. Садись, садись. Давай, проходи. Ну, в чем дело? Здравствуй. Здравствуй. Знаешь, Володя, зачем тебе пришла? Нет, не знаю. Вот вчера на заплыве мне сделалось вдруг ужасно плохо. Голова закружилась, слабость ужасная. В общем, ты знаешь, я чуть не утонула. Ну что? Да. А потом весь день тошнило, в ушах звон. В общем, пошла я в доктор. Да. Он мне говорит. И вот мы писали. Вот, ты знаешь, Володя, мне кажется, теперь нам нужно жить с тобой вместе. А то как-то нехорошо получается. Теперь? Угу. Долго ты раздумывала? Долго. Ну что ж, попробуем жить вместе. Только, я думаю, Наташа, трудно тебе это будет. Знаешь, тяжело жить с человеком, когда его не любишь, когда он тебе не интересен, противен даже. Что за слово? А ты думала? Эти слова я тебе не забуду во всю жизнь. Ой, нет, так ничего не выйдет. Красиво построить. Да, неплохо построить. До свидания. До свидания. Что скажешь, товарищ Пуцай? Да вот! Слушок там ходит. Вроде судить меня собирается, что ли? Слушок? Какой же там слушок? Судить тебя будут обязательно. Столовую уж плакат повесить. Как? Ой, слушай, только не кричи, не кричи, что уйдешь. Нет, кричать я не буду. Нет, ты просто возьмешь и уйдешь, так? И не один еще уйду, понял? Ай-яй-яй-яй, на кого ж ты нас покидаешь? Да ну не надо. Пустое это, Ваня, пустое. Никто с тобой не пойдет. Сейчас к нам люди идут. А так нас водить собираюсь. Ерунда вся. Да не об этом тебе думать-то надо. Теперь надо так сказать. Раз дело до суда дошло, остается послушать, что товарищи скажут. Так я понимаю. Только так. Так. Ладно. Стой. Закрой-ка дверь. 8 часов зайди ко мне. Ладно. Дорого. Дорого просишь, отец.
дети тебя не очень крупные. Ты и постный. Ай, Наташка, Наташка. Какая красивая, такая жадная, а? Пожалуйста, хороший медведь, полный медведь. Ну вот 300. А? 300 хорошо будет. Нет, 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 500. Опять 500. Ну куда тебе столько денег, я не понимаю. Хозяйство надо справить, надо. Синий вес и надо. Сын у тебя молодой, он сам синий вес найдет. Правда, Киля? Я нашел. Красиво, красиво. Юга, да хочу, я бочек ты золикчи. А я его иди тем бей. Слушай, золикчи, я бочек ты хочу. Вот как страшно. Твои штуки, признавайся. Штуки Буценко не мои, а твои. А насчет суда мы и девушки побеспокоились, да. Это верно. Ты, стерва! Брось! Что ж ты кулаком машешь? Ты возьми удар топором. Тебя всего хватит. Так вот 4, кстати, хорошо будет, да? Давай денег, Наташка. Дай-ка, Женечка, денег. Стойте, дело есть! Что? Слушай, друг! Вези до Бочкарева, а? Нет, никак не могу. Нужно прямо позарез. А зимой какие пути, сам знаешь. Нет, никак. Век шпидлят, собаку стал. Никак нельзя. О чем разговор? Неужели такое дело не сделаем, а? Нет, выходи нет, сюда. Нет. Да куда ты пошел? Да сюда иди. А? Чего ты толкаешь? Чего ты заходи? Чего ты толкаешься? Вот садись. Гостем будешь. Ванюшка, слышал? Завтра тебя судить собираются. И тебя тоже. Сиди, сиди, сиди. А меня-то что, Ваня? Что ты, Майн, прикидываешься? Вместе гуляли, вместе отвечать будем. Ну, когда что было. Бульон поросло. Да? Врешь, не поросло. Все здесь, ты чем кислые слова-то говорить, о деле подумай. Вот человек отвести может. Верно, отец, а? Нет. Чего ты время? Никак нельзя. А ты времени жалей. Американцы говорят, время, деньги. Короче, сколько хочешь, пиц? А? Чего 500? Нет. 1000. 1000 рублей, понимаешь? Пишите? Ага. Покажи. Костя, деньги давай. Не поеду я, Ваня. Как? Не поеду? Нечего мне от работы бежать. Мне сейчас коллектив доверия оказывает. Вот сегодня на караул горючему встану вечером. Я уж забыл, как хулиганил. Я напомню, черт! Доверие тебя оказываю! Вот я убегу, а тебя подам к ответу. Деньги давай! Ищите, не надо! Стой! Будут деньги, понимаешь? Не будут деньги! Откуда? Ты никак уезжаешь, Ваня. А? Ехать собрался, Ванюша. По денежке Ванечке прогулял. Бывает. Бывает. Надолго едешь? Ненадолго. В отпуск собрался. Ага. Полезное дело. Что ж, вдвоем едете, старик везет. Понятно. За сколько сторговались-то? За 1000. О, крепко ломит. Ну да в таких делах не торгуется. Ну что ж, друзья. Надо вам помочь. Деньги могу дать. Да только вряд ли их товарищ Киль возьмет. Он ведь у нас сознательный. Нет, нисколько денег не надо. О! Деньги не надо. Он и так отвезет. Нет. Пожалуйста, нельзя везти. Нет, почему же? Везти надо. Спасибо тебе, скажем. Хай вот я мочиту. Уйди, бусурон дуси. Уйди, Андала Хаси. Кинясим вот на шамара махасину. Хай, это чёрткина. А ну, пришли, чёрткина. Чёрткина. Ну, я мультик, такая же не слышу.
Сударь. Какой горячий на тебя, а? А вести надо. Я тебе как бригадир говорю. Надо, надо. Пожалуй, вести. Стаса. После заказа солнца. Уходи, буду ждать. Стаса, Оля. Ну, спасибо, Сергей. Вот что, друг так друг. Ничего, Вань, начнем. Ну, ясно. Слышь, Коська, ты прямо с поста приходи, я сам все здесь соберу. Ваня. Ну, ладно, приду. Ты, брат, меня сегодня как жениха по деревне водишь. А твое дело молчать, держать. Понял? Пошли. Здравствуйте, товарищи! Андрюш! Андрюш, садись на! Народ! Товарищи, сегодня в 9 часов утра правительственная комиссия включила число действующих предприятий нашего города в теплоэлектроцентраль. Я еще не все сказал, товарищи. Бригада Соловьева свое обещание выполнила. Станция смонтирована и закончена на 40 дней раньше срока. Но и это еще не все, товарищи. Наташа, а ну-ка скажи, что знаешь. Товарищи, сегодня к нам в город прибывает 200 девушек-комсомолок. Девушки, не дожидаясь навигации, вышли из Хабаровска вместе с частями Красной Армии. И по нашим сведениям идут хорошо, от бойцов не отстают. Сегодня в 5 часов вечера торжественная встреча на Амуре. 8 часов бал. Помещение инструментального цеха. Всем товарищам предлагается явиться обязательно бритыми. Возможности не валят. Будет оркестр. Что-то на меня фыркало. Он посмотрел на тебя. Ну и что? Никто ничего не понял. Там нужно было, тот весь все видел. Пересолил я суп, хозяйка. Да. Сейчас. Как себя чувствуешь, Наташа? Вот, спасибо. Ты все-таки не очень, утомляй себя. Ну, какая с работы, пустяки? Ну, все-таки повнимательнее. А ты, я вижу, худела. Да? Осунулся как? Это на монтаже. Ничего, отойду теперь. Спасибо. Ну что? Ничего, в общем, поговорили. Ну, ведь видишь... Thank you.
Володя Соловьев. Мы знакомы немного. Здравствуй, мать. Надеешься? Нет. Она влюбилась. Ну что ж, товарищ, стоите. Танцевать надо, танцевать. Мне же нельзя, Володя. Ах, да. Ну ничего, немножко можно. Конечно, можно. Давай я подержу. Немножко. Только ты меня не сильно крутишь. Ну просто пройдем. Позвольте. Ой, да я плохо. Ну а я еще хуже. Тец пустили. Тец. Эх, друзья. Нечего смотреть, Костя, пошли. Че это, Валя? Склады. Горючие. Почему это, а? Кошка, комсомольск горит! Вернемся, Ваня, вернемся! Ведь я у склада постоял, ведь на меня подумают. Стой, Костя. Все понял. Все знаю. Бежим, Костя. Бежим обратно. Бежим, Ваня, бежим. В случае чего это Чеканов. Так и знай, слышишь? Костя, слышишь? Слышу, Ваня, слышу. Назад! Стой, Костя. Вот он, заходи слева. Не бежи, Ваня, убьет, слышишь? Придешь, я сам его хлопну, как собаку. Только тихо, Ваня, только тихо. Жаба. Живой. Жалко. Ну, ой, Ваня! Ой, Ванюшка! Ой, Ванюшка! Ой, Ванюшка! Ой, Ваня, ой, ой, Ваня, ой. Володя, что с ним, а? Это Аркаша Левинсон попал под взрыв. Поищи Сазона тут где-то тоже. Ну давай, чего стоишь? Давай, давай, вниз. Ой, лишние собрались, товарищ. Лишние. Позвольте-ка. Ну давайте же скорее на щилки.
Что это было? Что это было? Ужас. А это зачем столько народу? Так, Александр, Товарищ, всех вас прошу разойтись по своим постам и ждать наших указаний. Сейчас остаются только члены бюро. Петя. Ребят, надо уйти. Хорошо, пойдем. Я не могу так уйти. Я должен знать, что вы хотите знать. Все? Вы знаете чуть позже. А ты что здесь стоишь, Петя? А что, нельзя? Я думаю, не стоит. Иди, подожди. А вам известно, что несчастье с инженером Левинсоном? Да, известно. Так вот, у меня все дело стало. И потом, на чем прикажете доставлять лес? Я не могу так работать. Я должен знать, наконец. Послушайте, Николай Петрович, отправляйтесь на свое место. И не забывайте, что вы командир. Эх, батенька, какой я командир. А вот начинаю думать, что плохое. Вот что. Ну, хорошо, я уйду. Так. Вот это не надо. Слушаем. Ну что ж, товарищи, в данный момент установлено. У Горючего стоял Силин такой. Это четвертый участок. Знаю. Так вот, этот Силин отсутствует. Что? Да. Вот как. Отсутствует также небезызвестный Буценко. Ай, будь ты, вот тебе и Буценко. Вот-вот. Да. Ну что ж, принял меры к установлению их местонахождения. Жду результатов. Николай Алексеевич. Да. Спасибо. Полагаю, что к утру будут еще кое-какие сведения. Так. Слушаем. Да. Тут технорук кричал. Ну, его осадили. Осадили. Осадили, а по сути дела он прав. Вот он кричал, а ты попробуй спокойно. Ну уж не знаю, как получится. Так вот, горючее действительно уничтожено полностью. Неужели все подчистую? Ясно, что все. Да, брат, транспорт на стройке нет. Я в отношении достатки леса. Да. Веселые дела. Ах, Левинсона жалко, товарищи. Да. Как жалко. Без Левинсона вот. Цех электросварки остался без головы. И работа на корабле замрет на некоторое время. Вот она какая штука. Не замрет ни на минуту. Найдем человека. Ну, пока не вижу такого человека. А ты смотри лучше. Это разговор. Да. Ну, товарищ Сазонов, что ты скажешь? Левинсон был Левинсон. А из ребят заменить его неким. Неким. Сазонов. Есть у нас один парнек, между прочим, из настоящих. Соловьев? Да. Володя? Да. Это что, станцию монтировал? Он самый. А ну-ка, позови его. Постой. Электросварки не знает. Это верно. Так в чем дело? Не знает. Не знает, так будет знать. Вот именно. Позови. А ну, старик, подкрути усы. Не подгорели они у тебя? Лучше бы сгорели, черт твой бабушка. Ну, пригодятся. Бесспорно так. Воспоримо, нервничать не надо. Ага. Товарищ Соловьев, здравствуй. Здравствуй, Александр Гаврилович. Садись, слушай. Городской комитет партии управления строительством предлагают тебе возглавить электросварку на строительстве корабля. Степан Никитич, я же не работал на сварке. Знаем, знаем. Чего теперь будешь работать? Алло? Боюсь, не выйдет, товарищ. Постой, что ж ты меня подводишь? Я тебя здесь попозже, как первого сварщика выставлял. Ну какой я сварщик? Чего ты боишься, Володька? Я своей головой... Да погоди ты агитировать. Вот что, Володя. Ты пойди до утра подумай. С женой посоветуйся, а бюро ждет твоего ответа. Ничего, ничего, Володя, поддержим. Приходи завтра пораньше, и все будет зависеть. Ничего. Так, так, ну теперь лес. Тут, товарищ, придется подумать. Подсаживайтесь. Товарищ, 15 лет тому назад на этих местах мы, старики, отвоевывали у белой сволочи право на счастливую жизнь. Прошли 15 лет.
и на месте прежних боев растет город. Но, как видите, мало строить. Надо сохранить то, что построили. Забыли образец, забыли. А враг среди нас уничтожили весь запас горючего. Транспорт стал. 30 тысяч кубометров леса, заготовленного на диванской сопке, отрезаны от стройки. А без леса стройки смерть. И вот, быть может, сейчас, когда я говорю эти слова, враг смотрит и радуется нашему горю. Выбили, мол, из седла. Выбили на полгода. Врешь! Творческая мысль ударников стройки дает идею. Организовать зимний лесосплав. Прорубить по льду Амура канал и бросить по нему лес Ивани в город. Обсуждали. Не трудновато ли будет? Я думаю, нет. Нет, не трудновато. Очень трудно. Очень трудно прорубить такой канал. И я бы не стал говорить о нем, если бы не видел перед собой дорогих соратников, юных большевиков, руками которых в непроходимой тайге заложен, строится и будет построен город Комсомоль. Партия приказала нам создать на берегах Амура город обороны. Выполняя волю партии, мы построим этот город на страх всем врагам точно установленный правительством срок. Товарищи, гнусное, подлое дело свершилось сегодняшней ночью. Враг дал нам страшный урок. В огне сегодняшней ночи погибли два любимых наших друга. Это Королева Маруся и Аркаша Левинсон. Почтим их память, товарищи. Этот урок мы не имеем права забывать всю свою жизнь. Теперь надо, так сказать, своей самоотверженной работой, революционной бдительностью ответим на подлый удар врага. Смоем это позорное пятно с лица славного города Комсомольска. Товарищи, городской комитет комсомола призывает членов организации влиться в штурмовые бригады на строительство наливного канала. Комсомольцы жилищного строительства считают себя мобилизованными полностью. Товарищ Сазон, бригада монтажников ТЭС целиком переключается на канал. Прорабство номер 3 всецело выходит на канал. Давай, вставай, ребят. Карим. Вставай, Карим. Чего здесь? Вставай. Ты что, спал? Нет, не спал. А ты? Я тоже не спал. Что там? Да все, что-то думаю, думаю, что. А я вот письма читал. Из дома? Угу. Хочешь посмотреть? А кто это? Невеста моя. Ну да. Ага. Очень хороший, очень. Хорошая девушка, угу. Да? Очень хорошая. Пишешь? Да нет, знаешь, некогда, время нет. Так изредка телеграммки посылаю. Так что думаешь? Вот думаю. Понимаешь, Сережа, вот скажем, Буценко. Пусть такой парень был, ты сам знаешь, я его страшно не любил, да и все его не любили. Но вот не верю.
Не верю я, чтобы один Буценко мог пойти на такое дело. Не верю я, понимаешь? Почему же один? Коська, думаешь? Да. Ну, это не в счет. А я вот уверен, что сильен в счет. Буценко тем более. Не знаю, не знаю. Сережа, вот. Нанайцы, а? Что нанайцы? Я говорю, нанайцы были в тот вечер и вдруг исчезли. И должны были остаться нанайцы. Остаться? Да. Ну? Мы с тех пор не появлялись. Не появлялись? Нет. Ну? Ну, вот я и думаю, что... Что, мол, нанайцы те? Вроде как бы и не нанайцы, а? Нет, это ерунда. Вот то-то и оно, что ерунда. А неважно из нас с тобой, Пинкертон, неважно и ты. Ты лучше скажи вот что. Аркашку Левинсона помнишь? Помню. Тот, что при пожаре погиб. Помню, я знаю. Конечно, возможен несчастный случай. А что, если поджег, а убежать ты не успел? Это кто, Аркашка поджег? А. Ты что, Сереж, ты что, серьезно, что? Петя, человек, брат, такая тонкая штука, что разобраться в этом человеке-то надо не наши с тобой мозги. Думаешь? Думаешь, уверен. Сколько времени? Время много. Знаешь что, Петенька, брось эти мысли, там, брат, без нас разберутся, кто нанайцы, кто малайцы. Давай-ка лучше, буди. Без нас, говоришь? Конечно. Нет, не скажи, Сережа. Ой, не скажи, нет. Давай, буди-буди, Пинкертон. Заняты, встали. Хорош. Давай вставай, ребятки, слышишь, что ли? Сейчас я вас подниму. Ну? Чему это? На канал, понимаешь? Я бы и сказал сразу. Давай, вставай, ребят, слышь, вставай. Ну, что делаешь-то? Шапку еще. Вот шапка. А, проклятый голосовой! Ты че? С ума сошел. На канал, ребят, слышь? Становись! Бригадиру! Здорово! Разрешите встать? Да, вставай! Налетай. Здрасте, парень. Здрасте. Здорово, Коля. В общем и целом участок готов. Вижу прекрасный участок. Ага. Здорово. Можно? Ну-ну. Там, ребята, Орел, как у тебя? Да что ж ты, Панкич? Полагаю, у меня в порядке. Привет, Панкич. Здорово. Да вроде неплохо получается, а? Ну, посмотрим, посмотрим. Ах, я думаю, как бы это не промерз канал, а? Ну, разве допустим, Степан? Ну, разве что не допустим. Нет. Ну, докурим. Спасибо, не курю. Разреши туда, я скурю. Канал-то готов. А как у вас? Да, по-видимому, готовы и у нас. Здравствуйте. Накурь меня. С удовольствием. У, да у вас тут ничего нет. Да. Ну-ка, давай звездочку. Ага, на мой сорт перешел. Да-да, перешел. Ну, ясно. Как у тебя на сотке? Ждем. Внимание! Внимание! Приготовиться к славу! Приготовиться к славу! Приготовиться к славу! На лесе! Приготовиться к путу!
рот сладкий, ну, право, подписывайте. Некогда, идти пора. Успеете еще. Вкусный? Вкусный. Чудесный. Идти пора, и оторваться не могу. Да чего, у меня вкус улучшился, но ничего плохого есть не могу. Все только хорошее, только хорошее. Вот и ешь, только шляпы сними. Она ни за что не знает, который день спит, шляпки. Ща было. Тащи сюда, Витку, тащи сюда. А все же молодец. Как сказала, что рожу, так первый родила. Молодец-то молодец, но, впрочем, ненадолго обогнала. Клавдия у нас что-то опаздывает. Ух ты, будет и у меня. Так теперь надо полагать, что будет. Здравствуйте, девушка. Здорово. Что, где хозяин? Входи, Киля. Киля? Киля. Да, Киля. Вот смотри заказ. Не знаю, хорошо ли. Смотри, хорошо сделал. Молодец. А это что? А это фамин на дороге. Ну, это тоже пригодится. Иди не к столу, садись. Входи, Киля. Где что пропадал, Киля? А ты что такой невеселый, а? Так вот, от старых друзей отмалчивается, секретаря ищет. Ну что ж, Андрей у нас часто бывает, он, наверное, сегодня забежит. Садись-ка вот. Выпей его чаю. На, пей. Не хочу, спасибо. Да пей чего ты. Не могу. Ну уж, если есть не хочешь, хотя Анютку мою погляди. Вот, иди, Анютку погляди, иди. Иди. Пойдем со мной, пойдем. Да что ты, право, какой странный. Петя, выпей маленькую, а? Я же это не... Петя, что это такое? Что, что, ничего так. Налейте чай. Давай чай, пожалуйста. Пожалуйста. Почему он так похудел? А? Что он так похудел? Да. Петя, ты его что скажешь? Где ты его нашел, а? Где я его нашел? Петя, что с ним случилось, а? Что случилось? Скажи, что ты делаешь? С ним, брат, случилось. Дело вот в чем. Дайте-ка мне на дорогу чего-нибудь. Петя, куда ты, а? Куда ты, а? Куда я, что я? Иду. Ой. Изобразил что-то в шляпе. Действительно. Что-то не верит. Да ты подумай, что ты говоришь. Вспомни ты лучше. Все помню. Все правда как было. Когда я бежал, бежал. А он стрелял. Он меня сюда стрелял. Сюда стрелял. Но. Я упал. Да. Когда я упал, он меня пирожкой вот сюда жег. Хотел, вот сюда, значит, сюда, значит, узнать, жив ли. Он думал, умер, что я. Да ты вспомни, какой он из себя. Он молодой, вот такого роста. Звать-то как звать? Сережка. Да у нас Сережек доста наберется, и все молодые. Где работал-то, скажи. Он на котловане работал, на делянке работал. Опять не легче. Помнишь, когда мы привозили черемишу на котлован, тогда от самого гнала. Чеканов. Чеканов, Чеканов. Не может быть. Чеканов. Он видел тебя здесь сейчас. Его видел и спрятался. Может, и видел. У него быстрый глаз. У него очень быстрый глаз. Плохо, если видел. Ну, Киля, страшное ты дело рассказал. Ну, если ты ошибся, что тогда, а? Нет, нет, не ошибся. Не ошибся. Ты Чеканов, Чеканов. Не ошибся. Нет, 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 нет. Ну, пойдем сейчас. Ой, девочки, плохая я хозяйка. Что, правда? Мотя, присмотри за Анюткой, придет Владимир, покорми его. Вот ты куда, Наталья? Куда она? Алло, НКВД. НКВД? Можно товарища уполномоченного? По очень важному делу. Ах, как жалко. А где же он? Да, я понимаю, понимаю. Ах, да. На имя Натальи Соловьевой. Товарищ, товарищ, со мной еще придет маленький Нана из Киля. Как твоя фамилия? Лук. Лук. Да-да, Лук. Просто Лук. Чекана, бежи. Бежи. Обязательно убежи. Ты один найдешь НКВД? Это теперь на набережной возле водной станции. Знаешь, большой дом. Белый. Белый. Знаю. Погоди. Придешь туда, там на твое имя оставлен пропуск. Все расскажешь подробно. Все расскажу. Скажи, что я пошла за ним. Thank you.
Ты куда это, Серега? Да так, погулять. А ты? И я погулять. Утро такое чудесное. А что ж на демонстрацию не пошла? А ты? Успею еще. И я успею. Хочешь на буксир? Да нет, торопиться некуда. Однако вы не торопитесь доставить нас по месту назначения, как вы изволили выразить. Это вы ошибаетесь. Я очень тороплюсь. Сегодня у нас в городе большой праздник. Вы же знаете. Я ничего не знаю. Знаете. Нет. А мне приходится сидеть здесь с вами. Удовольствие небольшое, между прочим. А вот придется посидеть. Ждете дополнительных улик? Возможно. Не дождетесь. Возможно. А вы торопитесь? Да. Тороплюсь пристать перед нормальными следственными властями. Нормальными. Вот. А что вы торопитесь? Я вас ждал значительно дольше. Год. Это господин Технорук тоже ждал. Верно? Да-да. Вот, да-да. Так вот. На праздник вы опоздали. Так что торопиться вам решительно некуда. Ну и спуск судна тоже произойдет, очевидно, без вашего участия. Как вы считаете, господин Технорук? Это меня? Да. Что это вы забились в угол? Присаживайтесь поближе. Видите, Николай Алексеевич. Что? Простите, товарищ уполномоченный. Что? Виноват. Гражданин уполномоченный. Ну вот это так. Ну так что? Я хотел сказать, дует из окна, а я очень боюсь сквозняков. Боитесь? Кто бы мог подумать, такой решительный мужчина, охотник. Представьте, боюсь. А вы не бойтесь, садитесь. Искупаемся, что ли? Да нет, не манит. Ты куда? Пойду, пройдусь знаете? Нет, не узнаете. Тогда познакомьтесь, господа. С собой. Значит, боец, давайте выводите их. Приказано выводить. Действуйте. Есть. Следуйте за мной. Вы пока останетесь. Ну что, порвал тебя? Да нет, ничего. Подожди, подожди. На вот лоток. Эх, надо было бы тебя поругать. Да похвалить хоть. Ну ладно. Товарищ боец, на катер. Есть на катер. Пойдем, чтобы не опоздать. Хорошо. Да. Главное уметь передать. Да, да. Да. А, Володя. Закончите, товарищ. Соловьев.
16-й командир производства. Здорово, ребята. Вот она как. Сегодня принимал его работу. Да? Ну как? Увидишь? Есть уверенность. Есть, Володя? Да как будто есть, Иван Никитич. А ну-ка давай читай, что у тебя там? Так вот, Харьковская, Киевская, Винницкая. Украина пошла. Да, и Украина пишет. В ответ на призыв наших боевых подруг. Неплохо пишет Украина. Ну, главных строительниц города Комсомольска, мы, девушки Украины, выезжая на Дальний Восток, приветствуем город юности в день его торжества. Дошло письмо, товарищ. А ты как дома. Да, зря мы писали, а? Народ едет, Володя, народ. Вот, смотри, Москва, Ленинград, Воронеж, Иваново. Вот Наталья бы показать телеграмму. А? Ну, о чем? А он все от моей Натальи. Да вот с утра не вижу жены, серьезно. Куда идет? Да куда идет-то? Вот оно что. А как же? Умеет держать, да? А нет. Верили не скоро до Комсомольска. Товарищи! Наш город получил сегодня много приветствий от партийных комсомольских общественных организаций нашей великой страны, от нашего великого народа. Разрешите перед спуском корабля огласить одну телеграмму. Одну только, товарищи. Бойцам, а не нетерпимость наших они, привет, верным